Что-то здесь нечисто, возмущаются жильцы десятков домов на Визе. Горячая вода пугает их цветом и запахом. От того, что из крана течет сплошная ржавчина, осадок остается не только на сантехнике, но и в душе. Горожане просят перерасчет за некачественную услугу. Но и тут поставщики, по словам жителей, воду мутят. Подробнее Валерия Алферова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела написать заявление по поводу перерасчета воды. Жалобы на горячую воду, говорят в управляющей компании, к ним стекаются уже месяц. Проблем пруд пруди. У одних жителей вместо кипятка из кранов еле теплая течет, а у других это дело пахнет дурно. В такой воде жители даже мыться брезгуют. Вода очень плохого качества, рыжая, грязная, вонючая, с осадками. Очень недовольны жители нашего дома, ну и мы сами. Нельзя спокойно помыться, воспользоваться нормально горячей водой. Приходится постоянно нагревать холодную воду. За что они платят, люди не понимают. По словам коммунальщиков, они чисты. А источником бед называют поставщиков. Мол, всю грязь вода собирает, пробежав по трубам. Это подтверждает и независимая экспертиза. Вода, которая поступает для горячего водоснабжения и теплоснабжения, она не проходит той необходимой обработки, которая требуется для питьевой воды. Пробу воды брали, это на вводе в дом. То есть это были как раз техническая вода, которая поступала от поставщика. Чтобы вывести энергетиков на чистую воду, управляющая компания обратилась в суд. Чтобы горожане не платили за технические ресурсы, как за питьевые, поставщик должен сделать перерасчет. Но разница получается копеечная. Жители многоквартирного дома по адресу Антона Валика, 18, в течение 12 дней, практически полмесяца, пользовались водой с температурой ниже 60 градусов. В расчете поставщика размер снижения составил 85 копеек. Возникает вполне логичный вопрос. Каким образом можно распределить 85 копеек на 97 жителей дома? К этому мутному делу уже подключилась Свердловская прокуратура. В надзорном ведомстве поясняют, воду нужно либо очищать, либо снижать тариф. Мы работаем в направлении соотношения качества воды и уровня оплаты. Принципиально этот вопрос можно будет решить, когда система отопления будет переведена на закрытый режим в соответствии с законом о теплоснабжении. Данная дата, определенная законом, это 2022 год. Как пояснили в надзорном ведомстве, результаты проверки станут известны через месяц. Тогда же, возможно, решится и вопрос о стоимости услуг. Пока же люди запасаются фильтрами и терпением. Валерия Алферова, новости 41-го канала.